Башкортостан занял 8-ю строчку в России по производству сливочного масла. В 2016 году в регионе произвели чуть более 7800 тонн этого продукта. По сравнению с 2015 годом падение почти на 7%. Что интересно, соседний Татарстан на третьей строчке. Здесь рост в районе 7% и произведено почти 14 тысяч тонн. В лидерах Алтайский край с ростом в 5,5% и 20 тысячами тонн. Замыкает двадцатку Мордовия, плюс 10%. И 4300 тонн. На топ-20 производителей приходится 70% всего сливочного масла, произведенного в России.